Майкл, я помню тебя еще ребенком. Стойте! Ты наделен даром. И так было всегда. Если есть лекарство от твоей болезни, ты его найдешь. Я давно должен был умереть. Но я жив, а значит, все исправлю. Скажи мне, что ты задумал? Тирира, кое-что не вполне законное. Не хочу, чтобы ты страдал сильнее, чем сейчас. В этом мое спасение. Но какой ценой? Я живее всех живых. Во мне растет невероятная сила. У меня появилась эхолокационная способность. И просто всепоглощающая жажда крови. Как далеко мы можем зайти, чтобы вернуть все на круги своя? Пока лекарство не станет страшнее болезни.